Самые-самые. Именно так можно сказать об участниках финального этапа конкурса среди молодых работников АГМК, который состоялся 19 февраля во Дворце культуры «Металлург». В конкурсе приняли участие 6 молодых работников из различных подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината. По традиции, конкурс состоял из нескольких этапов. Первый этап – смотр физической подготовки конкурсантов позволил определить, кто из ребят самый быстрый, ловкий и сильный. Видеоотчет с конкурсного этапа был продемонстрирован зрителям в зале во время финала. Во втором этапе под названием «Моя дорогая мама» участники выполняли секретные задания организаторов. Нарезали фруктовые сорти, авторов которых должны были отгадать мамы участников. А затем сами конкурсанты с завязанными глазами на ощупь отгадывали руку своей мамы. Одним из самых веселых этапов конкурса стал третий, в ходе которого участникам предложили озвучить фрагмент из любимого мультфильма. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам. Мен сені практикантлик пайдиңдан біламан күйдірге. Устаз, сізге дардым на айтадыган босам, бүгін мен түнікет урмадым. Вай, сығынан ерекен сән да онда. Я бар правкомға учырап көр, бомасам, бірге боп қолар, халы боп қолар. Бар правком алдыға бар көремен. А в завершении финального конкурса участники сюрпризом предложили на суд зрителей и жюри театрализованные миниатюры и исполнение песен, где раскрылся еще и вокальный и артистический талант каждого участника. И не просто было жюри выявить самого-самого, но конкурс есть конкурс. И в номинации «Самый талантливый» приз вручен электрослесарю шахты разведочной Ангренского рудоуправления Ильшоду Имамназарову. Номинации «Самый веселый» удостоен музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации номер 28 управления социальных объектов Озотбек Чинибеков. Горнорабочий подземного участка рудника Каульды Фазлидин Хасанов признан самым смелым. Самым искусным назван дизайнер Центрального ремонтно-механического завода Азизбек Абдумаликов. Самым умным – электрослесарь рудоуправления Кальмакыр Ильхом Турсунбоев. А победителем конкурса признан Надырбек Абдувалиев, электрогазосварщик цеха складирования хвостов медной обогатительной фабрики. Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки от Совета профсоюза работников Алмалыкского горно-металлургического комбината.